Всем здравствуйте! Сегодня я вяжу тапочки такой пряжей, спицами номер 275. Сначала вяжутся верх и боковые стороны, затем подошва, пяточка и задник. Подошву при необходимости можно связать заново, если она протрется. Это тапочки настроения. Радужное сочетание цветов. Если вам интересно, присоединяйтесь. Вязание тапочка начинается вот в этом месте. То есть это набранные петли. Для начала вязания надо набрать 90 петель. Итак, петли набраны, начинаем вязать. В каждом ряду вяжем лицевые петли. Первый и второй ряд я вяжу 90 петель темным цветом. Дальше идет смена цвета. Вязать каждым цветом я буду по 6 рядов. При провязывании 6 рядов платочной вязкой получается по 3 волны каждого цвета. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пока вяжем без изменения количества петель. Подвязываем нить следующего цвета и продолжаем вязать. При смене цвета первую петлю провязываем. Вяжем 6 рядов, 3 лицевых, 3 изнаночных. Во всех рядах вяжем лицевыми петлями. Я провязала 6 рядов. Дальше смена цвета. Подвязываем нить. Продолжаем вязать этим цветом 6 рядов по 90 петель в каждом ряду. Шесть рядов провязано. Сейчас смена цвета. На данный момент провязано 14 рядов на спице 90 петель. Сейчас надо разместить маркер в центре, то есть по 45 петель с обеих сторон. Продолжаем вязать лицевые петли до тех пор, пока до маркера не останется 4 петли. С этого ряда начинаем делать убавление в центре. Делать убавление мы будем через один лицевой ряд, то есть в каждом четвертом ряду. Итак, провязали лицевой ряд до тех пор, пока осталось 4 петли до маркера, и провязываем эти 4 петли 2 вместе и 2 вместе лицевой петлей. Две вместе, две вместе, и то же самое делаем после маркера. Две петли вместе, две петли вместе, и до конца ряда вяжем лицевые петли. Затем изнаночный, лицевой и еще один изнаночный ряд вяжем без изменений. Сейчас в этом ряду убавили 4 петли, соответственно осталось 86 петель на спицах. 16, 17 и 18 ряды 86 лицевых петель. Провязано 18 рядов, в 19 ряду снова в центре надо делать убавление. До маркера 4 петли и провязываем их снова 2 вместе лицевой и 2 вместе лицевой. То же самое после маркера. 2 вместе лицевой и 2 вместе лицевой.
20, 21 и 22 ряд 82 петли. В 21 ряду смена цвета. В 23 ряд делаем убавление. Двадцать четвертый, 25 и 26 ряд 78 лицевых петель. 27 ряд смена цвета. 27 ряду в центре делаются убавления. Сейчас на спице 78 петель, после убавления останется 74. Двадцать восьмой, 29 и 30 ряд 74 лицевые петли. 31 ряд делаем снова в середине убавления. Тридцать второй, 33 и 34 ряд 70 лицевых петель. 33 ряд смена цвета. 35 ряду делаем убавление. Тридцать шестой, 37 и 38 ряд 66 лицевых петель. 39 ряд смена цвета. И в этом ряду делаем убавление. Сороковой, 41 и 42 ряд 62 лицевые петли. 43 ряд убавления в центре.
44 ряд, 58 петель. На данном этапе начинаем закрывать петли. Закрывать я буду изнаночными. Верхняя часть тапочка и боковые стороны готовы. Было несколько комментариев о том, что очень много хвостиков. Но при смене цвета по-другому никак не получается. Для того, чтобы продолжить вязание и начать вязать подошву, наберем петли по этим сторонам. Набирать петли будем, вводя спицу под кромочную петлю. Вот так. Вводим спицу, подхватываем нить, и у нас петля на спице. В каждой цветной полосе будем поднимать по 3 петли. По наборным петлям будем вводить спицу вот сюда. И осталось набрать петли по второй боковой стороне.
Итак, я набрала петли. Здесь 24 петли, 24 петли и 90 петель. Сейчас надо отметить маркером середину. Сейчас надо провязать один лицевой ряд. Сейчас надо провязать один изнаночный ряд лицевыми петлями. Когда после набора петель один ряд провязан, нить можно обрезать. Маркером надо отметить середину и подвязать нить возле шестой петли от маркера. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вязать подошву будем на 12 петлях. Для того, чтобы начать вязать подошву, я перенесу петли. И продвинусь к тому месту, где подвязана нить. Итак, до маркера 6 петель, подвязана нить и начинаем вязать подошву. Так как подошва у нас вяжется на 12 петлях, сначала провязываем 11 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12-ю петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей. Изнаночной петлей по лицевой стороне работы. Разворачиваем вязание. Снова провязываем 11 петель. Двенадцатую петлю подошвы провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой петлей и протягиваем ее через снятую петлю. Разворачиваем вязание. Снова 11 петель. Двенадцатую петлю провязываем вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. Развернули вязание, 11 петель. Двенадцатую петлю провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. Снимаем первую петлю, провязываем лицевой следующую за ней и провязанную протягиваем через снятую петлю. И таким образом продолжаем вязать, подбирая петли то с правой, то с левой спицы. И делаем это до тех пор, пока
с двух сторон не останется по 10 петель. Сейчас начинаем формировать задник. Для начала отметим середину по 6 петель с каждой стороны от маркера. Здесь 10 петель и здесь тоже 10 петель. Продолжаем вязать петли только центральной части, подхватывая боковые петли. Сначала провязываем 4 петли, кромочную считаем. Две петли до маркера провязываем вместе лицевой петлей. И две петли после маркера провязываем вместе лицевой петлей. Затем три лицевые петли. И четвертую провязываем, как делали до сих пор, вместе с соседней петлей, изнаночной петлей по лицевой стороне работы. В изнаночном ряду просто провязываем петли лицевыми петлями. И последнюю петлю средней части провязываем вместе с соседней петлей, лицевой петлей по изнаночной стороне работы. В лицевом ряду будем вязать, как и в предыдущем. Две петли до маркера провязываем вместе лицевой петлей. После маркера две петли вместе лицевой петлей. И последнюю петлю вместе с соседней. В средней части осталось 4 петли. И дальше будем продолжать вязание так, как делали на подошве. То есть 4 средние и в каждом ряду подхватывать крайнюю с соседней петлей. И делать это будем до тех пор, пока на боковых спицах не останется ни одной петли.
На спице осталось 4 петли, теперь надо их закрыть. Закрывать будем изнаночными петлями. С изнаночной стороны на лицевую вводим крючок, поддеваем оставшуюся петельку и вытягиваем ее на изнаночную сторону. И уже с этой стороны затягиваем узелок. На сегодня все. Всего вам доброго!